Друзья, привет! Вы на канале Валя Стасюк. И в этом видео я хочу вам показать пляж Аль-Мамзар. Напоминаю, что я нахожусь в городе Дубае, и этот пляж очень популярный среди туристов. В этом видео я хочу вам показать, сколько и что тут нужно платить, что можно купить и как этот пляж вообще выглядит. В это время ставьте лайк, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. В кассе нужно купить билетик, стоит 5 дихрамов с одного человека, или же несколько раз нам удавалось заплатить 2 доллара, security человек тут стоял такой при входе, но это если очередь большая. Тут можно взять на прокат. Здесь прайс 45 минут, 40 дихрам и плюс 50 дихрам на депозит. Тут, наверное, какая-то страховка, если что-то. Если вы что-то сделаете с этим велосипедом. Тут такой небольшой парк зеленый. Парк бывает не зеленый. На территории очень много кошек, такое чувство, что это их пляж. Не подпускает. Походу, это скамейка этой кошки. Ладно. Вы поняли. Тут есть туалет и раздевалка женская, а также отдельно мужская. Также есть магазин, где можно купить какие-то орешки, водичку, сок. Подружились. Лежаки, полотенца и зонтики за отдельную плату. Вот, можете посмотреть прайс, цены указаны в дихрамах. Мы взяли 2 лежака, зонтик и 2 полотенца, это 75 дихрамов. Медовая, вода холодная, пиво на разлив, рыбка, тунец, креветка, только сегодня, только сейчас покупаем, девушка, покупаем, только сегодня, только сейчас. Смотрите, выбирайте себе. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком, а также подписывайтесь на канал.